Соедините меня с Домград Петровичем. Домград Петрович, это Леша Долбанько. Вы чего там, Домград Петрович? Вы что хотите нас лицензии лишить? За что? Мы выставим команду против кубинцев. Просто вы знаете, основной состав наших, все ребята поломаны после вчерашнего коммерческого боя, да. Да на нас эти корейцы накинулись, как беззубые на мешок орехов, ага. Да я найду семерых бойцов. Шесть я уже нашел, да. Седьмой вот-вот сейчас подойдет. Да хороший, Соломон, такой серьезный парень, да. Да. Вы не знаете, но нормально, боец. Хорошо, я перезвоню. Да считайте, что мы выставим команду. Ну как, мы за город сюда выставляли, не подводили вас. Да, перезвоню. Молодец, Соломон, что пришел, давай, присаживайся. Соломон, молодец, что зашел. Мы с тобой дружим уже давно. Не ори на меня, подожди, не перебивай. Что ты сразу поперед батьки вообще? Я тебе ничего еще не сказал. Что ты сразу свои мысли высказываешь? Значит, у нас проблема. Наш клуб могут закрыть. Надо выручить секцию кикбоксинга, главную, кормящую наш секцию. У нас после коммерческого боя поломали всех пацанов. Помнишь, Леша Домкрат? Ну, голова здоровая. Ты когда его увидел, еще пытался сознание потерять. Помнишь? Так у него голова в четырех местах, череп треснул, понимаешь? И он к врачу не пошел. Просто, знаешь, скотчем обмотал, говорит, потерплю. Так, моментом большие дырки залил, и все. Ну, ему хорошо, у него мозгов-то вообще нет, понимаешь там. А вот Валера Бампер, понимаешь? Перелом мизинца в четырех местах. Понял, как ломали пацана вообще? Ему врачи хотели в ягодицу укол сделать. Не могли ягодицу найти, так его закрутили, понимаешь? А Саша, арматура, ну квадратное лицо, помнишь? Прозвище Квадрат. Помнишь? Вижу, помнишь. Так настучали по этому квадрату. Сначала был красный. Потом синий, а сейчас черный квадрат, понимаешь? И прозвище поменялось, Малевич, понимаешь, сейчас. Значит, я что тебя вызвал? Я тебя беру, значит, сейчас боксерский клуб вписываю в основной состав. Значит, надо будет выйти потолкаться в ринге чуть-чуть с кубинцами. Подождите, сразу ему неинтересно. Как шахмат не касается, он сразу засыпает вообще. Я понимаю. Первый раз, но первый, блин, комом, понимаешь? Надо выставить от города. Нам не важна победа, понимаешь? Нам главное, чтобы ты вышел в ринг, чтобы нам поражение не засчитали, чтобы нуль не поставили, понимаешь? Ты должен выйти и потолкаться немножко там, знаешь, в ринге. Сейчас я выясню у пацанов, с кем ты там. Подожди пока, не засыпай. Сейчас я тебя взбодрю, узнаю, с кем ты там. Алло, Соломон против кого? Да вы что, ребята, у этого Хорхе Урохеса 40 боев, 50 побед. Вы что? Да против него даже я бы не вышел. За миллион бы долларов не вышел. Сейчас он. А нельзя кого-нибудь поменять, чтобы вместо Соломона? Уже нельзя, да? Ну что, значит, такая у Соломона судьба, да. Ну что? Ну, знаешь, говорят, свою судьбу конем не объедешь, да? Да. Перезвоню. Да-да. Соломон, не спать. Не подожди, я здесь. Е2, Е4. Я здесь, в центр. Вот он. Радоваться должен, дурак. Я тебя беру в клуб без тестирования. Я вам всем обычно задаю вопрос. Вот всей секции, вот позавчера задавал вопрос. Влияет ли частые удары по голове на ум, интеллект, память? 10% честно ответили. Влияет. 90 не поняли вопроса, понял. Соломон, да тебе главное под удар не попасть, подожди. Под удар не попади и все, ты ж Юркин. Помнишь, ты как в школе, мы же одной партой сидели, понимаешь? Как ты от меня убегал, когда я хотел тебе сделать физическое замечание, помнишь? А? О, подожди, легче, ты еще не в ринге, завтра вот это будешь делать, завтра. Да, ты же еще плохо видишь, да? Да ладно, выходи без очков, какая разница уже, все равно, понимаешь. Ну ты не расстраивайся, мы тебя в строй поставим.
У нас же все врачи схвачены, понимаешь? В крайнем случае посадим на каталку. Вот я тебя записываю сразу. Ну а нет, Соломон, значит, город поставит тебе памятник. Кстати, у тебя семья, дети есть? Нету? Точно? Это очень хорошо, что ты одинокий, Соломон. Это очень хорошо. Значит, поешь в моем ресторане, потому что Хорхе Рохес, он, знаешь, такой, многие, глядя на него, бросают бокс навсегда. Но ты не из робкого десятка, то я закрою секцию, Соломон. Я закрою, давай. Ваши Е2 и 4, выгоню всех. Контракт надо подписать, что добровольно. Соломон, подожди. Поставь подпись. Соло-мон. Серега, быстро сюда доктора. Соломона надо откачать, чтобы завтра был готов. Давайте все сюда, пацаны, давайте быстро бегом. Посмотри, как твой конкурент тренируется вообще. Чтоб сразу попривык. Это не конкурент, это его секретарь. Конкурент появляется просто под аплодисменты обычно. Не-не-не-не, легче. Попозже. Не спугните заранее, ага. Дорогие друзья, мы продолжаем медицинскую тему. И надо сказать, что сегодня ситуация в медицине простая. Чем больше денег, тем больше болезней. Вот. И есть единственное учреждение, где вам всегда совершенно бесплатно поставят один и тот же диагноз. Абсолютно здоров. И это учреждение – военкомат. Сейчас все за молодежь пошла. И понятно, мужик, тот бабушка. Идет, и все. Все какие-то, А раньше, может, выходил молодежь, хоть куда можно было посылать, хоть сразу на фронт. Вот. А сейчас смотреть нет. Но у меня, в моем военкомате, у меня не забалуешь. Я их насквозь вижу, я их на чистую воду выведу. Они у меня все на переправе. Вот так вот. Присоединить 137 номер ко мне. Шагом марш. Раз, два. Пошел. Раз, два, пошел. Вот он такой брейк-данс. Нормально с нервами. Не надо косить, сказал. Куда косим, сказал? Куда смотрим-то? На вас? На вас. Попался ты на переправе, я сделал бы себя. Все равно в армию пойдешь, понял, нет? Я. Головка отбой комплекта. Болею? Я морж. Ух ты, молодец.
Я тоже вспоминаю, с ребятами моржевали. Помню, в Охотском море... Мы тоже с ребятами в Охотку наберем ванну и моржуем, если вода есть. Шутник? Хочешь северные леды в этой флот на 9 лет? Хочешь, нет? Мы редко моржуем. Я тебя поморжую. Хоть моржуй, хоть не моржуй. Все равно в армию пойдешь. Понял, нет? Ты! Нормально с нервами. Нормально. Ой-ой, Косилова, Косилова. Ой, ой, бродя. Ты! Ой. Коклюш, ящур, желтуха, зеленуха, беленуха, облепуха, свинка, куриная слепота была? Свинка была, маленькая у бабушки в деревне, и две курочки. А насчет слепоты куриной у них неизвестно, все равно сварили. Шуткуем? Не надо косить. Попался ты мне на переправе, я сейчас сделал бы. Нормально с нервами. Все хорошо. Все будет хорошо. Фамилия. Куда? Куда надо, туда направлю. Фамилия. Куда? Че, глухой что ли? Сказал, куда надо, туда направлю. Куда? Че ты раскудакался? Как дальше по шарам? Куда? Че ты раскудакался? У нас фамилия такая, куда? Отец куда, дед был куда, бабка куда надо, туда и куда, и я куда. Слушай, ты, белоголовик, сегодня ты никуда, а кудаком будешь, понял? Дедушка обидится. Не обидимся, договоримся. А сам-то где хотел служить? Морской десант. Чего? Эти, морские котики. Чего? Коты. Чего? Крысы не хочешь? А? Крысы, говорю, не ходят. А ты знаешь, что такие морские десантники? Да эти ребята, они не только головой думают, но они и кирпичи ломают. Понял, нет? Я тоже могу головой кирпичи ломать. Кто ты? Недавно пробовал. Кто ты? Я. Ки? Ты? Да, жаль, кирпича нет. Нету. Призывник! Кличко! Ко мне! Вот она, вот он, еще один. Вот он, еще один. Кругом! Попался ты мне на переправе, я тебя... Да пошел, пошел! Ну, на, бей! Я еще после предыдущего удара не выздоровел. Выздоровел, сейчас бей, на. Может, не надо? Ты, я... Посчитайте до трех! Раз, два, три!